всех сегодня пригласили? Да. И никого не позабыли? Нет. Пусть звуки музыки звучат, ведь гости к нам сюда спешат. Сегодня день весенний и светлый, такой особенный для нас. Промчится медленно, незаметно, нас встретит школа первый класс. Сегодня вам в просторном зале грустить захочется едва ли. Мы выросли и телом, и душой, согласны взрослые со мной. Нигде можно достать звезду с небес, Счастливо, счастливо, где столько ожидать будет. Прошло, прошлой жизни губа, прошло, лето, осень, зима, и Кто прививки делает? Даст нам витаминку. Кто нас прогонит? Коклюш, корь и спинку. Медицинский персонал нам здоровье сохранял. Молодец. На улице гуляли, галяли аппетит. Вкусно балак готовит. Будет стыд голов и сыр. Чисто салфетка. Белая простынка, белизной сияет, платник и костынка. Чтобы было чисто, просто высший класс. Надежда Георгиевна заботилась о нас. Безопасен и спокоен был в саду наш каждый час. Это Галина Валентиновна заботилась о нас. А в школе на уроках за знания благодарим психолога-педагога. Наталье и Елене спасибо за вот за ней физкультуры хватало нам работы. Кто позаботится, чтобы были игрушки, куклы, кулики, погремушки? Кто проверит, как рисуем, как играем, как танцуем, как постели заправляем? Это Татьяна Александровна. Красив, ухожен, детский сад, уютно встретит всех.